Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить уху. Это густой рыбный суп. Готовить мы его будем из судака, рыбы, которая часто встречается на водоемах России. Начнем мы с того, что почистим нашу рыбу от чешуи. После того, как мы почистили рыбу, мы ее выпотрошим и помоем изнутри. В некоторых рецептах приготовления ухи используется голова и также некоторые внутренности рыбы, такие как, например, молоки. Но это вопрос на любителя. Теперь мы порежем рыбу на крупные части. Что отличает уху от обычного рыбного супа, это густота и плотность бульона, которая достигается долгим вареньем рыбы или ее большим содержанием на количество воды. Кладем наши куски рыбы в кастрюлю. Мы кладем две целые луковицы, чтобы в процессе варки они не разварились, потому что варить мы будем долго, и крупно порежем на крупные кусочки так вот морковку. Добавляем воду, и важно добавить ее немного, потому что уха – это то блюдо, которое густотой испортить очень сложно. И теперь добавляем специи. Обязательными являются лавровый лист, гвоздика, соль и перец, но также мы добавим чабер и шафран. И теперь мы это ставим на средний огонь на пару часов. В процессе приготовления надо снимать пенку, которая образуется, чтобы бульон оставался светлым. Примерно за полчаса до конца мы добавляем картошку и перловку. Уха должна быть густой, поэтому некоторые любители используют крахмал или муку для того, чтобы ее загустить и придать ей желеобразное состояние. Итак, наша уха готова. Она получилась, как мы и хотели, достаточно густая. А перед сервировкой можно посыпать уху резаным укропом и выжать дольку лимона. Приятного аппетита!